Записывать для потомков, только сегодня буду. Дорогие друзья, я действительно рад приветствовать вас на этом первом слете кибердружинников, потому что в значительной степени явление это уникальное, и сама кибердружина, и этот слет, и то, что, наверное, все вы друг друга впервые видите в офлайне, то, что это не роботы, не ботнеты, которые занимаются этим важным делом, а то, что это интересные, интеллигентные люди самых разных поколений, которых объединило одно очень серьезное и важное дело. Это данность нашей жизни, наверное, для большинства из вас вещь, которая вошла в вашу жизнь с тех пор, как вы научились ходить, и компьютерные технологии, и интернет в целом. И можно сказать, что из инструмента сугубо научного общения и специального, как он задумывался, он буквально стал неотъемлемой частью современной цивилизации. Интернет связывает и поколения, и народы, и в целом все современное сообщество, которое живет на планете Земля. Но и понятно, что по мере того, как он перешел от развлекательных и даже познавательных целей тем технологиям, которые напрямую замкнуты, в том числе и на государственное управление, электронное государство – это такое же естественное понятие в наше время, как государство само по себе, стало понятно, что и те угрозы, которые существуют и живут внутри интернета, они самым непосредственным, иногда очень критическим образом могут отражаться на жизни государств. Примеры тому существуют, это и истории, которые связаны с разного рода вирусами, и во многом пока еще фантастические, но вполне себе мысленные катастрофы, которые могут произойти, если вдруг критическая инфраструктура в той или иной стране по вине интернета откажет. Веерные отключения электроэнергии в самых разных государствах уже показали, что общество и современный человек просто не готовы и не способны жить в таких условиях. И поэтому, конечно, очень важно становится этим угрозам противостоять. Но одно дело, когда этому противостоит государство, и совсем другое дело, когда этому учится противостоять само общество, учится противостоять пользователи, демонстрирует способности объединяться, отстаивать свои интересы, интересы своей семьи, интересы своих сограждан. И тема эта, она действительно звучит сейчас в самых высоких важных трибун. Буквально на днях во время прямой линии к президенту был задан вопрос как раз на тему, которая непосредственно связана с той деятельностью, которой занимаетесь вы. И я просто позволю себе процитировать его ответ. Интернет — это действительно пространство свободы, там невозможно ничего ограничить и запретить, но общество может и должно ограничить себя от чего? От педофилии, от детской порнографии, от распространения наркотиков и от суицидов, от учения суицидом. И можно сказать, что как раз кибердружина стала очень хорошим примером самоорганизации интернет-сообщества. За 2 года существования она объединила в себе в той или иной степени десятки тысяч людей, которых по-настоящему волнует будущее Рунета, а будущее Рунета, наверное, неотделимо от будущего и настоящего нашей страны. И, конечно же, важно, что кибердружине удалось наладить рабочее и конструктивное взаимодействие с правоохранительными органами, потому что при всем при том функции карающие остаются в руках государства, но тех людей, которые творят разного рода непотребности в интернете, можно отпугнуть только неотвратимость наказания, и для этого, конечно же, взаимодействие с правоохранителями просто неизбежно. Действительно, и по этому залу видно, что в кибердружину вступают люди самого разного возраста, но во многом неожиданным, я думаю, для вас самих и для нас, для попечителей Лиги безопасного интернета, стало то, что к этому движению стали присоединяться люди из стран, которые раньше входили в Советский Союз, но а затем и из стран, которые мы относим
дальнему зарубежью, я просто перечислю список тех стран, где сейчас бьются кибердружинники. Это и Белоруссия, и Украина, и Латвия, Финляндия, Германия, Бельгия, Франция, Грузия, Азербайджан и Казахстан. Налаживаются и коллегиальные связи, и дружеские с теми, кто занимается аналогичными проблемами в других странах. А результаты, можно сказать, не замедлили себя ждать, потому что всего за один год, и это данные, которые подсчитаны не нами, это данные, которые подсчитаны в InHow, доля РФ как хостера детской порнографии снизилась с 29 до 13%. И во многом это заслуга именно кибердружинников, то есть во многом это ваша заслуга. В борьбе с распространением опасного и противоправного контента используются разные методы, от создания и задействования горячих линий, собственно горячей линии, Лиги безопасного интернета, горячей линии Роскомнадзора. Есть и такая форма деятельности, как выявление лиц, которые занимаются изготовлением и распространением противоправного контента, и в первую очередь детской порнографии. И те, кто этим занимается, это особо мужественные люди. Я считаю, что вы примерно представляете, о чем идет речь. И цифра здесь тоже очень красноречивая. За прошлый год с помощью кибердружинников удалось раскрыть 319 преступлений, настоящих преступлений. И если перевести на обычный наш календарь, это будет означать, что практически каждый день удавалось разоблачить кого-то из преступников. И это действительно плоды той большой работы, которая была проделана и теми, кто присутствует в этом зале, и теми, кто по разным причинам не смог сегодня приехать в Москву. Важно, чтобы вы понимали, что в своих действиях вы не одиноки. Это известно из военных будней. Одно дело, когда человек сидит в окопе и кажется, что уже все отступают, и надо тоже бежать, и совсем другое дело понимать, что рядом точно так же обороняет свои товарищи. Но для меня, прежде всего, в этом зале собрались люди, которые делают то, что считают нужным, не для того, чтобы стяжать за это какие-то лавры и особые поощрения. И, может быть, именно поэтому делают это хорошо. И мне тоже хотелось бы поддержать эту традицию кибердружинников. Меньше говорить и больше делать, поэтому я буду сворачиваться и хочу перейти к приятной части нашей встречи, к вручению небольших сувениров и знаков отличия лучших.